Владельцам грузовых машин придется проверять техническое состояние своего транспорта каждый год вне зависимости от даты выпуска. Такое правило введено постановлением правительства, а перевозчикам пассажиров и опасных грузов придется проходить техосмотр каждые полгода. О том, что еще изменилось, расскажет Айсулу Кусаинова. Как и прежде, повезло владельцам новых автомобилей. Если машине не исполнилось 3 лет, они могут на 3 года забыть о техосмотре. Автомобилям постарше, со стажем до 7 лет, проверку придется проходить раз в 2 года. Остальным диагностировать исправность своего железного коня придется ежегодно. Зато изменения коснулись транспорта, занятого перевозкой пассажиров и опасных грузов. Для автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, предусмотрена новая периодичность 6 месяцев, то есть 2 раза в год. Для всех грузовых транспортных средств установлена новая периодичность 1 раз в год. Исправны ли фары и тормоза, имеется ли аптечка с огнетушителем. Проверить техническое состояние машины в столице можно в 14 специализированных центрах. В республике таких около 400. Получить добро с первого раза получается не всегда. Только в прошлом году каждый 7-й автомобиль прошел этот тест со 2-й и даже с 3-й попытки. В течение 10 дней это все исправляется, и машина повторно заезжает уже по тем критериям, где он не прошел. Не именно полностью обратно, а именно по тем. Если он тормоза не срабатывали, он поехал, сделал, он их заезжает, по-новому проходит именно тормоза. Если у него, например, загазованность была, он уже подъезжает чисто только по заводу, по тем критериям, где он не прошел. Данные о пройденном техосмотре автоматически фиксируются в компьютере и оттуда в режиме онлайн передаются в единую информационную систему Минтранскома. В будущем это позволит избавиться от бумажных талонов. Доступ к централизованной базе данных есть и у дорожной полиции. Если он у него отсутствует, либо он просрочен, привлекается к ответственности по статье 461 части 7 Кодекса об административных правонарушениях, штраф 3 МРП, составляет 556 тенге. Штрафуют не только нерадивых водителей, запоздавших со сроками прохождения техосмотра, но и тех, кто автомобили проверяет. За некачественную диагностику на центр техобслуживания может быть наложено денежное взыскание до 40 МРП. А если нарушение будет зафиксировано повторно, предприятия и вовсе могут отстранить от работы. Айсулу Кусаинова, Омирбек Изимов, Жандос Битабаров, Астана.